Приветствую всех на своей страничке, с вами Маркелов Борис. И название нашей трансляции, наверное, увидели. Я передумал, передумала, я не буду участвовать. Такие ответы, такие сообщения мне приходят не каждый день, но через день, через два, через неделю, через, всякое бывает. Итак, люди регистрируются в суперкопилки и потом передумывают. Я никого не уговариваю, вот честно, я никого не уговариваю приходить в суперкопилку и что-то тут делать. Мне абсолютно как безразлично ваше мнение, потому что я точно знаю, что в суперкопилке я зарабатываю деньги. И я эти деньги получаю, и я эти деньги вывожу. Мне сотню раз уже доказывали, что суперкопилка лохотрон. Потому что я почитал там какие-то отзывы на сайте стоп-скам, там стоп-лохотрон, там или лохотроном нет. А вот этот товарищ, который лохотроном нет, он что там продвигает, вы видели? То есть прежде чем разбираться именно в каком-либо проекте, вы найдите того человека, который там этим занимается и прошел определенный путь. Я почему эту трансляцию решил провести? Я сегодня общался с достаточно известным сетевиком. Вы его многие знаете. Я не буду называть его имя, чтобы, во-первых, не пиарить. Во-вторых, все прекрасно с ним знакомы. Вот абсолютно все прекрасно с ним знакомы. И с ним я познакомился давным-давно. Еще это было, по-моему, в 2013 году. Он яро всем спамил в личку. Он яро продвигал «Привет-привет всем». Он яро продвигал там какие-то проекты, которые уже давным-давно закрылись, которых нет. Но, тем не менее, я знаю, что человек дошел сейчас до определенного уровня, у него чек в день выходит в некоторых случаях 50-70 тысяч. Сдать. На данный момент, вот сейчас я посмотрел, много проектов я просматривал, много проектов я смотрел. Денежный поток сейчас, на данный момент, можно создать только в суперкопилке. Потому что есть своя механика, потому что есть своя технология создания денег, и они знают, что они делают. И они 7 лет этим занимаются. Назовите мне хоть один проект, который еще просуществовал вот такое время, знаю я еще. Один проект занимается фандрайзингом 8 лет, суперкопилки 7 лет. Они организовались чуть-чуть, у них разница была, но занимаются они одним и тем же. Они помогают людям улучшать их жизнь. Да, суперкопилка – это инвестпроект. Да, есть составляющие инвестпроекта, но основное составляющее – это помощь людям. Это касса взаимопомощи. И там деньги есть постоянно. Постоянно. Суперкопилка не хранит на своих счетах какие-то огромные суммы. Суперкопилка их распределяет между теми участниками, которые есть в суперкопилке. Многие думают, о, опять начинает он нас рекрутировать, никого не призывая я идти в суперкопилку. Даже если у меня не придет человек, не зарегистрируется и ничего там не будет делать, потому что ему нафиг не надо. Я вот от тех людей слышу, я передумала. Я им ответил, хорошо, окей, вам не нужны деньги. Если вам не нужны деньги, зачем вы пришли в интернет, зачем вы ищете что-то? Зачем вы ищете что-то? Зачем вы ищете свой пассивный доход? Для начала, действия, если вы собрались свой пассивный доход искать в интернете, для начала изучите вот это слово «пассивный доход», что оно обозначает. В интернете, в Википедии поищите. Я поискал. Пассивный доход строится долго, но после этого вы можете выйти именно на пассивный доход. Деньги, которые вы инвестировали или скопили предварительно в течение долгого срока, они будут потом работать на вас.
И потом вы только будете наращивать. Я не рассказываю никому сказки. Я не показываю никому там фейковые какие-то чеки. У меня под закрепленным постом ВКонтакте есть реальные люди. Вы к ним постучитесь. Вот те, которые там комментарии оставили, вы к ним постучитесь и спросите, покажи свой кабинет суперкопилки. Вы даже можете регистрироваться под них. У меня нет желания уговаривать кого-то, чтобы вы регистрировались по моей там реферальной ссылке. Там есть в суперкопилке такая возможность зарабатывать деньги на реферальной программе. Там есть возможность зарабатывать деньги на активности в суперкопилке. Это все приносит доход. Как вы думаете, в интернете откуда деньги берутся? Деньги берутся от людей. Суперкопилка – это сообщество. Сообщество, которое работает уже 7 лет. Это те люди, которые собрались в одном едином мышлении помогать другим людям. Сначала ты, потом тебе. Поэтому, прежде чем говорить «я передумал» или «передумала», поговорите с тем человеком, который вам предлагает суперкопилку, и пообщайтесь с ним и спросите «ну-ка, покажи-ка мне свой кабинет». А меня часто еще спрашивают «а сколько ты вложил в суперкопилку?» $20. И все. Но к этим $20 я прибавил свою активность, и я прибавил к ним часть своего времени, вот эти полгода, которые я развиваю в суперкопилке. И эти $20 я давно уже, давным-давно я их уже вывел. У меня сейчас на выплате стоит $3200. Вот теперь посидите и посчитайте. Может, не стоит активно звать людей туда, где им деньги только обещают. Может, стоит подумать и задуматься. Может, все-таки попробовать суперкопилку. Суперкопилку, которая каждому новичку дает $30. Нет, не из своих денег, из моих денег, из тех денег, которые туда вкладывают те люди, которые в этом сообществе уже не первый год, не первый день и не первый месяц. Если вы не можете разобраться, у вас всегда в кабинете есть ваш консультант, ваш руководитель, который всегда вам поможет разобраться, как построить свой пассивный доход. И поэтому я в суперкопилке. И поэтому я уже на пассивном доходе. На небольшом, но пассивном доходе. И его я буду только наращивать. Теперь я своих денег совсем не вкладываю. Теперь мои деньги работают лично на меня. Остались вопросы, задавайте их, и будем встречаться чаще, проводить вот такие трансляции. И не нужно регистрироваться, если вы хотите просто посмотреть, что за проект. Просто зайдите на главную, наберите в поиске суперкопилка, зайдите на главную, посмотрите презентацию, посмотрите там маркетинг, как у нас люди любят говорить, маркетинг посмотрите. Как работает программа цели, как работает программа депозиты, как работает программа рантье. И после этого, только после этого, нажимайте кнопку регистрироваться. Не нужно сюда приходить за теми $10, которые вам дарят. Хотя, может быть, для кого-то эти $10 в какой-то момент спасут жизнь. Ну, с другой стороны, я это все испробовал. В первую неделю, когда вы заходите, вы делаете первый свой депозит на 6.15, 7.99 вы при прохождении верификации, подтверждения своей личности, что вы не фейк, что вы живой человек, что вы готовы участвовать в суперкопилке, 7.99 вы можете вывести на свою электронную систему. Как я это сделал? 4 ноября 2019 года. Сегодня 25 мая 2020 года. Я в суперкопилке, и я всем ее рекомендую. У кого возникают вопросы, опять же, пишите в личные сообщения. Ну а кто решил зарегистрироваться, ссылка в закрепленной записи. Там найдете, перейдете. Либо в шапке профиля найдете ссылочку на топлинк. Там будет ссылка на регистрацию. Кстати, в этой ссылочке топлинк еще есть
бесплатная книжка, умная бесплатная книжка «Технология создания денег». Вы ее можете скачать, вы ее можете прослушать и решить для себя, сколько денег вы хотите зарабатывать и как эти деньги делаются многими структурами, которые вам предлагают заработать деньги. Суперкопилка – самый идеальный финансовый инструмент, который на данный момент существует в интернете. Все остальное – лохотрон. Всем привет!